Футбольный клуб «Тверь» готовится ко второму домашнему матчу в весенней части чемпионата. В понедельник, 12 апреля, команда Вадима Гаранина примет «Муром» из Владимирской области. Очередная тренировка в преддверии поединка прошла в эту пятницу. Примечательно, что состоялась она аккурат в день рождения клуба. 6 очков из 6 возможных, 3 забитых мяча и 0 пропущенных. Таков итог первых 2 матчей весенней части чемпионата футбольного клуба «Тверь». 2 победы позволили команде Вадима Гаранина вернуть себе место в первой тройке, до 2-го места 2 очка, до 1-го 10. Впрочем, наставник тверского коллектива к 100% результату на старте весенней части ПФЛ относится спокойно. Вся работа еще впереди, говорит специалист. Все впереди, 11 туров. У нас и на первом этапе мы шли, я уже говорил, да, очень-очень высоко, а потом не смогли мы держать эту планку. Задача просто дальше готовиться. Пройденный этап приятный, безусловно, но он уже все, этап закончился, двигаемся дальше. С рабочим настроем грядущим матчем подходят и футболисты. Один из лидеров команды, полузащитник Сергей Шаров, считает, что коллектив проделал хорошую работу на сборах, и максимальный результат в первых 2 играх тому подтверждение. Игры были непростые, соперник очень был хорош в этих играх. Было очень много силовых единоборств, но мы были к этому как бы готовы, потому что на сборах тоже какие-то элементы наигрывали свои, чтобы удивить соперника. Ну, так получилось, что мы полностью отдались и старались выполнять установку тренерскую, ну, и выиграли, думаю, заслуженно. Вдвойне ценнее эти победы потому, что они были одержаны в преддверии дня рождения клуба. 9 апреля ФК «Тверь» исполнился ровно год. Накануне со знаковым событием тверской коллектив поздравил глава региона Игорь Руденя. Оцениваю как успешный проект, который ожидали многие жители, многие любители футбола нашего региона. Футболисты наши молодцы. 2 победы в 2 матчах. Уверен, что будут бороться, активно бороться за достойное место в своей лиге. И я хотел бы пожелать новых интересных игр, уверенных побед. За новыми победами «Тверь» стремится уже совсем скоро. Матч 19-го тура профессиональной футбольной лиги намечен на грядущий понедельник. Следующий матч тверской коллектив проведет здесь, на стадионе «Юность». 12 апреля болельщики смогут понаблюдать за тем, как коллектив Гаранина сразится с «Муромом» из Владимирской области.